ты сегодня со мной. Расскажи, а что мы здесь делаем на сцене? Мы сегодня выступаем. А по какому поводу? А сегодня премия АС. Премия АС. А что же такое премия АС? Кто-нибудь знает? Да, Нина, что это? Что за премия? Но в принципе... То есть мы награждаем лучших из лучших, верно? Верно. И мы можем сейчас, прямо сейчас поаплодировать этим лучшим из лучших. Но это вялые аплодисменты, на самом деле, я считаю. Сегодня должны быть, безусловно, очень-очень бурные, бурные овации в честь наших номинантов и всех наших победителей. Потому что... Многие шли к этому всю смену, участвовали в различных постановках, пьесах, озвучках. А многие и не одну смену, и не один год. Да, и поэтому я уверен, что премия АС, церемония награждения, это одно из самых важных событий на сцене. В связи с этим я прошу полную тишину в зале. Полную тишину. И для открытия нашей церемонии с приветственным словом мы приглашаем Ковалева Александра Сергеевича, бурные аплодисменты, нашего художественного руководителя. И технического специалиста. Всем привет! Привет, орбита! Привет! Привет! Ну, на самом деле, как сказали уже Андрей и Алексей, это награждение лучших из лучших. Вы видели списки, висели на столбе. Себя вы, наверное, там нашли, свои отряды, своих друзей. Нет. Давайте начнем. Но для того, чтобы нам начать, нам нужны конверты. Конверты, да, как на Оскаре. А конверты у нас запакованы, замурованы в огромную коробку, которую кто-то должен принести. А принесет нам их Дима Самохов, наверное. Наверное, да. Получили ваши аплодисменты. Дима, покажи коробку в зал. Плазма им будет все больше и больше. Он сейчас скажет, о, плазма им кормит. Содержимое. Что ж, Александр Сергеевич, мы как раз начинаем с вас, потому что сейчас когда станет чуть-чуть потише музыка, мы объявим первое награждение. Это награждение за конкурс «Трижды три». Хороших номеров. Сегодня родители ваши оставили очень много хороших отзывов. Концерт им понравился почти всем. А почему почти? Не понравился только заместитель мэра по остальным вопросам. Вот меня не было, я пропустил, да, видимо, что-то? И тот его не видел, но он ему не понравился. Ну что ж, а мы начинаем вручение дипломов. И первым награждается 8-й отряд. Золотой ключик, занявший первое место в конкурсе клипов. Первое место в конкурсе танцев. Третье место в конкурсе пьес. Аплодисменты! Восьмой отряд. А вместе с восьмым на сцене выступал 7-й отряд. Герои, занявшие то же самое. Первое место в конкурсе клипов. Первое в конкурсе танцев. И третье в конкурсе пьес. Аплодисменты! Седьмому отряду. Отряд, занявший первое место в конкурсе танцев, второе место в конкурсе клипов и второе место в конкурсе пьес, это
пятый отряд не формат. Молодец, пятый отряд. Молодец, пятый отряд. Награждается отряд, занявший первое место в конкурсе клипов, первое место в конкурсе пьес, второе место в конкурсе танцев. Это четвертый отряд «Билет на счастье». Молодец, какой четвертый отряд. На фотокарточку. Тот быстрее и бежит. Награждается первый отряд «Камеди». Первое место в конкурсе пьес, первое место в конкурсе танцев и второе место в конкурсе клипов. Настенька, на фотокарточку. На пропуск. Награждается отряд, занявший первое место в конкурсе клипов, первое место в конкурсе танцев, первое место в конкурсе пьес. Это шестой отряд «Карантины». Везде первые. «Карантины». Награждается отряд, занявший тоже все первые места в клипах, в пьесах, в танцах. Третий отряд «Номер». Поздравляю вас, третий отряд. Молодцы. Лучший импровизатор вчерашнего дня. Ну и, конечно, награждается отряд, занявший первое место в конкурсе клипов, первое место в конкурсе пьес, первое место в конкурсе танцев. И это нисколько не сенсация. Второй отряд. Молодец, второй отряд. А ты что не улыбаешься, не радостный? Тебя сейчас фотографировать будут. Аккуратненько. На паспорт, давай. Никита работал полувожатым на Тайсмене, он мечтал подняться сюда еще раз, как ребенок, получить графа. Твои мечты, орбита, мечты сбываются. Ну что ж, а теперь, собственно, переходим к награждению лучших из лучших актеров, танцоров и прочих. Может быть, кто-то нас уже удивил. Все, спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Очень скоро встречи. Андрей, что у нас за первая номинация? А первая номинация у нас «Лучшее озвучивание». И на сцену я приглашаю Алексея Баганова. Приглашай. Вот, следующая номинация «Лучшее озвучивание». И я приглашаю Алексея Баганова для вручения номинации. Привет, Алексей. Привет, Андрей. Так, очень-очень классная номинация, в которой представлены Пассажников Кирилл, шестой отряд. Потретенный Александр, второй отряд. И Андрей Скрипко, первый отряд. Да, попрошу всех на сцену. Да. Всех. Всех. Всех наших номинантов. Всех наших номинантов. Привет. Здравствуй. Александр, ты же спортсмен, давай быстрее. Итак, собственно, сейчас можно наградить аплодисментами наших номинантов. Но победитель, к сожалению, в номинации всего один. Номинация «Лучшее озвучивание» одна из моих любимых, потому что я ее тоже получал дважды. Вот, и я ее очень люблю, и вообще считаю, что это очень круто, когда человек может озвучить героя, которого покажет... Да. Итак, шестой отряд, второй отряд и первый отряд. Где поддержка? Поддержка. Вот, знаете, старания всегда вознаграждаются, я вам так скажу. И вот Кирилл больше всего старается подглядеть, что написано в грамоте. Поэтому он ее и заслужил! Кирилл Пассажников, победитель премии за достижения в области творчества. В номинации «Лучшее озвучивание». На фотокарточку улыбайся! Парни, не расстраивайтесь, вы еще молоды, у вас еще все будет. У вас уже ничего не будет впереди. Да.
Вот, Кирилла мы, конечно, отпустили просто так, потому что он был очень рад. А следующие наши победители должны обязательно подготовить речь. Вы же готовили речь? Да! Да, каждый по-другому готовит. И обязательно ее скажете. Следующая наша номинация – лучшая танцовщица младшие. Номинации представлены. Храмцова Нина – восьмой отряд. Савалевская Дарина – седьмой отряд. Мавричева Мария – шестой отряд. Буйлова Анна – пятый отряд. Девушки, поднимайтесь на сцену. А для вручения номинации мы приглашаем Гамолина Олега Александровича. Но, походу, его нету, поэтому сегодня будет за все отдаваться Максим Загидулин. Огромное спасибо за вас, Максим Загидулин. О, Максим, спасибо, я ошибся нечаянно. Олег Александрович, вернитесь. Олег Александрович. Мы вас ждем. Мы вам аплодируем. Всем добрый день, я ждал, готовился и слушал внимательно, вас хорошо слышно, даже вот. Ну что ж, мои дорогие, ну-ка дайте я посмотрю. Это танцовщица лучше? Да, младшие. Младшие. А где кочуры? Ты где? Тебя не взяли? Так ему надо. А, взяли другую кочуру. Ну что ж, надо оглашать? Надо оглашать. Всего одна. Всего одна. Итак, дипломом победителя премии АС за достижение в области творчества в номинации. Что ты подглядываешь? Вдруг ты здесь, тебе будет неприятно. Ты там? Лучшая танцовщица! Танцовщица. Анна Буйлова! Есть сказать. Ну, ладно. Скажи что-нибудь. Ну то, что ты мне сейчас сказал, скажи им. Давай, Лиза. Она не может третий год подряд, а передай ей. Да ладно, ты теперь будешь Буйлова. Первый раз шутка, юмор. Ну скажи что-нибудь, что ты рада и довольна. Я очень рада и довольна. На самом деле я очень рада и довольна. Спасибо большое, ребята. Отправляйтесь. Только по лестнице. Только по лестнице, никаких дружков. А мы двигаемся дальше. Лучшая танцовщица средние. Номинации представлены. Маслова Алина, четвертый отряд. Пушилина Алиса, третий отряд. Рогаева Диана, третий отряд. Девушки, поднимайтесь на сцену. Ну, а чтобы объявить лучшую танцовщицу средние, приглашаю Загидулина Максима. Диана, ты сегодня... А где все? Остальные? Где все? Ну, Диана, давайся за все. Поздравляю, ты победил. Максим Загидулин не приготовил речь, поэтому пока он скрывает конверт, вы можете сделать барабанную дробь в зале. Ведь всем действительно интересно. Что же? Ну громче, громче. Все волнуются. Три же их, да? Их три в номинации. А волнуются трое. А побеждает? А побеждает Диана Рогаева. Ты счастлива? Ты так счастлива, так рада, у меня есть. Максим, не наезжай на Диану, она тоже наехать на тебя может, мы видели. Она показывала нас. Диана просто в шоке, она счастлива. Ты удалось таки занимать эту номинацию. Так, договоримся, что все следующие номинаты, которые поднимаются к нам на сцену без речи, возвращают грамоту обратно, мы ее перепечатаем. Вот так вот, потому что вы же лучшие, лучшие из лучших должны уметь что-то сказать на сцене. Ну а теперь давай узнаем, кто же лучшая танцовщица старшие. Номинации представлены.
Заранинских Ярослав на второй отряд. Шлык Анастасия второй отряд. Бабкова Вероника первый отряд. И Максимова Анастасия первый отряд. Девушки, поднимайтесь. На сцену все. А для оглашения результатов приглашаем на сцену Сумина Максима Ивановича. Максим Иванович. Это в свое время был лучший танцор. Всего. Почему в свое время? В прошлое, в настоящее и в будущее. Лучший танцор всех времен и народов. Максим Иванович Сумин. Танцевал народные танцы. Ну, так же народные танцы. На самом деле, в последний раз на этой сцене я танцевал лет 18 назад. Показали сюда. Так что, ребята, не повторяйте моих ошибок. Танцуйте всегда. И занимайтесь спортом. И слушайте маму, кушайте кашу. Любите Машу. Какую Машу? О-хо-хо-хо-хо! Неожиданно! И победитель премии АС достижения области творчества в номинации «Лучшая танцовщица» или «Танцовщица» Анастасия Максимова! Самое огромное спасибо я хочу передать Кате Ивановичу. Ее нет, но я ее очень люблю. Спасибо ей огромное. Вот. Потом я хочу сказать спасибо большое Юле Маховой, которая с нами репетировала. Женечке Казаковой за наши костюмы. Андрюше, Максу и Владу за поддержку. Тебе, Настя, тоже большое спасибо, что ты... Смотри, как все за тебя болеют! Смотри! Это тебе аплодисменты! Что-то выдала нам такую прекрасную речь. Девочки, вы тоже большие молодцы, проходите в зал. Ну, в следующий раз. И двигаемся дальше. А девочек переходим к мальчикам. Лучший танцор младшие! В номинации представлены Пономарев Ярослав, 8-й отряд. Кубай Артем, 7-й отряд. Борзилов Семен, 6-й отряд. И Ябушенко Дима, 5-й отряд. Бурные аплодисменты. На сцену приглашаем Казакову Евгению. Евгению Казакову. Человека, который ничего не знает про танцы. Лучший танцор младший. Привет, орбита. Ой, это громко. Привет, орбита. Ну что, мальчики, вы все очень круто танцевали во всех танцах. Вы огромнейшие молодцы. И каждый год, из года в год, на каждой номинации я говорю одно и то же. Это очень круто, когда танцуют маленькие мальчики. Начинают танцевать именно на этой сцене, и потом вырастают вот в таких вот больших лошадок, которые во втором отряде. И превращаются в Никиту Баранова. Вот, поэтому, ребята, продолжайте танцевать, продолжайте радовать нас своим творчеством. Итак, победите. За достижение в области творчества на номинации «Лучший танцор» Дмитрий Ябушенко. Дима. И тебе большое спасибо. Вот это речь, сразу видно, человек готовился. Итак, мы идем дальше. Дальше. Лучший танцор средний. Серега. И в номинации представлены. Сейчас, Серега, готовься. 2 человека. И оба из 4-го отряда. Это Жданов Александр и Кочура Алексей. Выходим в танцы, а на сцену
Зайцеву Веронику. Я оглашение результатов. Александр, то, что ты соревнуешься в одной номинации с Алексеем, я считаю, это уже достижение. Алексею теперь нужно бояться, Александр. Ну а теперь, Вероника, как танцор, скажи нам, точнее, ребятам, пару слов. Титули, танцора. Ну вообще всегда восхищаюсь. Всегда восхищаюсь людьми, которые номинированы как лучшие в данных достижениях. И... Очень хорошая речь. Вручи. Сама не люблю ждать, и поэтому Качура. Поэтому Качура! Качура Алексей, поздравляю! На пару слов. Давай. Что я выиграл? Я хочу сказать спасибо своим тренерам по танцу, маме, за то, что они меня учили. Да я помню, ты еще лет 5 назад танцевал здесь. Очень так смешно. Ну да ладно, на фотокарточку и спасибо вам. Микрофон подай. Молодцы, парни, молодцы. Как? Ну что, заметил Александр Сергеевич Ковалев. Саша тоже большой молодец. Потому что он как минимум попал в эту номинацию. Двигаемся дальше. Лучший танцор старшие. Смотрите, сразу стали не поработали танцоры. Они молодцы, они сразу знают, что они в номинации и уже идут сюда. Они это Андрей Антонов, второй отряд. Никита Баранов, второй отряд. И Юра Рвачев, второй отряд. Это те самые мальчики на плакат, как выразила сегодня Лариса Николаевна. А первым отряд должно быть стыдно. Идите в качалку. На сцену мы приглашаем Контригенова Пашу. Тогда мы приглашаем Халаимову Наташу для вручения этой номинации. Наташа, все для тебя, пару слов. Пара фраз. Ну, не буду оригинальной. На самом деле, когда мальчики танцуют, это правда очень красиво. И в номинации «Лучший танцор» награждается Никита Баранов. Спасибо моему отряду и хотим вам еще. Большое спасибо. Поздравляем тебя с победой в номинации. И семимильными шагами мы движемся дальше. Лучшая актриса второго плана младшие. Романенко Мария, восьмой отряд. Бессонова Ульяна, седьмой отряд. Артемьева Полина, шестой отряд. Енистратова Таисия, пятый отряд. Для вручения номинации мы уже пригласили Андрея Марьяна. Пару фраз. Лучшая актриса второго плана. Второй план. Давайте поговорим о втором плане. Он очень важен. То есть не только первый план, куда все смотрят, но второй. От задней картинки очень много чего зависит. Так вот, мы сейчас выбираем лучшую из тех... Спасибо. Я все сказал. И победитель премии «Ас» награждается Полина Артемьева. Ты сейчас что-нибудь скажи. Я хочу сказать благодарные слова нашему воспитателю Марине Полинниковой и нашему уважаемому Регине. Они мне помогали, ставили роль. Ты молодец вообще, девочки, вы тоже все молодцы большие. На фотокарточку и спасибо. Главное не расстраиваться. Всего лишь
чтобы забрать все номинации, которые есть в нашем лагере. Двигаемся дальше. Лучшая актриса второго плана «Средние». В номинации представлены Смирнова Дарья, четвертый отряд. Софья Глушанкова, четвертый отряд. Ожерельева Вероника, третий отряд. И Пушина Алиса, третий отряд. А на сцену для вручения номинации мы приглашаем Малосову Дарью. Присоединюсь к словам Андрея и, наверное, добавлю только одно, что я считаю, что без вашей бы роли не сложилась бы ни одна картина, ни одна пьеса. Поэтому давайте узнаем, кто же все-таки награждается. Алиса Пушилина. За это благодарна Алине Полевой. Да. Что она дала мне замечательную такую. Аплодисменты Алисе. Мы тебя тоже не поздравляем, но учти. Мы все в лагере знаем, что Илья вполне себе тоже мог бы забрать эту роль. Он вчера ее играл. И у него, в принципе, получилось неплохо. Так что... Илья, аплодисменты тебе, ты молодец. Двигаемся дальше. Лучшая актриса второго плана «Старшие». И номинации. Номинации представлены. Лосева Анастасия, второй отряд. Столяренко Галина, второй отряд. Степаненко Елизавета, первый отряд. Килина Екатерина, первый отряд. Девочки, поднимайтесь на нашу сцену. А для оглашения результатов мы на сцену приглашаем... Владимир, Павел! А Павел у нас! Его нет, поэтому на сцену мы приглашаем Глушанкова Владимира! Кова, скорее беги к нам, вручай прекрасную номинацию! Да, Вова! Вова, если ты не в курсе, если ты не в курсе, то это лучшая актриса второго плана «Старшие». Лучшая актриса второго плана. Очень важно. Очень сложно. Я сам был деревом, знаю, очень сложно. Вот так стоять. Это фон, Вова, это фон. Это реквизит. Очень, очень. Очень хорошая девочка победила. Девочка. Галина Столяренко. Скажи что-нибудь, как ты думаешь, что сейчас чувствует Галя? Что бы сейчас сказала Галя? Вы же один отряд, у вас... Вы должны чувствовать все одинаково. Скажи, что Галя выразила бы огромную благодарность второму отряду. Казакову Александру Пестову и Яне Одинцовой. Потому что она их очень сильно любит. И мы ее тоже любим. Аплодисменты ей. Спасибо. Двигаемся дальше. Лучший актер второго плана «Младшие». Номинации представлены. Иманов Георгий, 8-й отряд. Борзилов Семен, 6-й отряд. Максимов Михаил, 5-й отряд. Сластников Владислав, 5-й отряд. Аплодисменты. А на сцену мы приглашаем Александра Сергеевича Ковалева. Потому что должны же уже когда-нибудь сказать хорошую речь на этой сцене. Сказать хорошую речь на этой сцене я могу. А хорошую не буду, да. Нет, на самом деле, действительно, вот эти все парни, они уже с малых лет показывают, что «Орбита» — это самый творческий лагерь. И не зря сюда приезжаете. Я вот, честно говоря, ни разу не видел никого из вас до этого на сцене. Может, вы, конечно, и были. А может, не были, я не знаю. Нет, ну, в «Орбите»-то точно вы не были. Да я знаю. Я вот про людей поговорю. А кого еще нет четвертого?
кто там еще был? Свастикова Влада нет. А, Свастиков Влад. Знаете, кто это такой? Это который в сказке про козла и барана играл барана. И это фаворит Димы Самохова. Он за него болеет. Покажи, как ты болеешь. Вот. Дима всегда болеет за барана. Вот. Георгий, он играл, насколько я помню, в коммунальной квартире. Вот это вот, который с чаем в туалет ходил. Семен, он играл вот того самого злодея, который перебил всех Иванов почти на земле русской. Ну и Миша, он, во-первых, он хорошо говорит еще. Он вообще замечательный весь такой сам по себе. И на сцене он всегда играет разные персонажи. То есть вот у них, у всех разные, очень интересные роли. И каждый из них смог себя в этой роли проявить. Поэтому я вам желаю, чтобы вы обязательно приехали сюда еще раз. Обязательно. Если вдруг вы не приедете, то вы не сможете ничего больше выиграть. А я бы хотел, чтобы вы все выиграли. Хоть вас трое, а не четверо. Сластиков, кстати, уже выиграл в том году. Так что он понял, что ему ничего не светит и не пришел. Вот. А вы все втроем молодцы. А самый большой молодец в этот раз – это Семен Борзилов. Марине, воспитателю нашему, Регине, вожатой нашей, я вас люблю! И большой-большой молодец Сибаке нашему! И всем-всем нашим! Семен, ты большой молодец! Проходи в зал, фотокарточки, у тебя уже 3 фотокарточки есть! Двигаемся дальше! Лучший актер второго плана, средние! В номинации представлены Егоров Денис, 4-й отряд, Шамшин Александр, 4-й отряд, Жук Артем, 3-й отряд и Серебряков Семен, 3-й отряд. А на сцену мы приглашаем Маслову Ольгу. Вот, Ольга тоже скажет классную речь. Обязательно. Сейчас будет речь. Аплодисменты. Очень на самом деле приятно смотреть все клипы, все пьесы, которые играют дети. И среди всех актеров, которые присутствуют на сцене, очень сложно выбрать лучшего. Главные герои понятно, мы все за ними наблюдаем. А все, что творится вокруг них, это очень прекрасно, да, и на самом деле, повторюсь, очень сложно выбрать самого лучшего актера второго плана. Вот я хотел бы на секундочку, да? Оля очень верно заметила, что невероятно сложно выбрать действительно лучшего актера второго плана среди средних, потому что у нас здесь па-па-ра-рам, 4 грамоты! Это достойно бурных аплодисментов. Лучший актер второго плана награждается Артем Шу. Аплодисменты. Денис Егоров. Аплодисменты. Александр Шамшин. Шамшин Александр. И вы можете что-нибудь вместе придумать и сказать. А что, так можно было что ли? Да, и пока мы еще не закончили объявлять эту номинацию, все, кому что-то не досталось, выходите скорее! Получайте свои грамоты! Там реально мальчик встал, пошел. Да, парни, так можно было, жук жги. О, ну это как моя первая премиасура. С первого раза! Ну ты красавчик. А давайте так все время делать. Давай, мы подумаем над твоим предложением. Передавай микрофон, Сёма. А он уже тоже в шоке. Денис, что ты хочешь сказать? Я не знаю, что ты. Ты рад? Очень. Очень рад. Классно. Саша, скажи хоть ты что-нибудь. Я думаю, займет жук это место. Но четвером тоже будет. Аплодисменты! Это лучшее слово, что я слышал.
Мне кажется, из всех только Жук не думал. И завершаем второй план. Лучшим актерам старшие. Номинации представлены. Панюшев Станислав, второй. Глушенков Володя. Володя, Володя. Опа. Надеюсь, ты успел закапать. Точно? Очень жаль. Это номинация очень сложная. Очень сложная. Актеры второго плана всегда важны. Даня, конечно, не расстраивается, что в этом смене только второй план, не главная роль в спектакле. Ничего страшного, он живет. Навоз? Да, Стасу очень понравилось быть навозом. Цветок тоже был не очень. Да, не очень. Очень, он на этом, в нос говорит. Я слышал. Он был очень горячий, Никита, ты был очень горячий, Никита. Вот такой горячий, Никита. Он в номинации победил. Побеждает навоз. Баба, двигаемся дальше. Лучшая актриса младшая. В номинации представлены Францова Нина 8-й отряд, Потапчик Полина 7-й отряд, Кочура Елена 6-й отряд и Чернакова Екатерина 5-й отряд. А на сцену мы приглашаем для вручения номинации Пестова Александра. Ты взял вот так? Что это у нас? Камера. Лучшая актриса, ничего себе. Это только Вова Глушенков ни разу не был. Да. Да, Вова, жалко тебя вообще. Ну, что я могу сказать? В номинации лучшая актриса у нас побеждает Нина Храмцова. Аплодисменты. Нина, все пока. Нина, расскажи нам и всему залу, напомни про свою гениальную роль. Вообще, как ты стала лучшей? Я не знаю, я второй раз, была на премии «Ас», но в первый раз я просто не получила диплом этот. Но большое спасибо я хочу сказать вожатой Даше и воспитателю Оле, что они ставили все вот эти наши танцы, клип и пьесу. Карточку, улыбайтесь и спасибо. Девчонки, вы не расстраивайтесь. У вас еще будет множество возможностей забрать свою грамоту с премии «Ас». Двигаемся дальше. Лучшая актриса средь. В номинации представлены Лина Кожевникова 4-й отряд, Арина Спитнева 4-й отряд, Сорогина Анастасия 3-й отряд и Рахаева Диана отряд номер 3. А для вручения номинации мы приглашаем Халаимову Наталью. Но прежде чем Наташа начнет говорить, я попрошу у нашего дорогого зала бурные аплодисменты. Потому что мне кажется, что они уже уснули немного. Всем номинантам. Ну, девочки, вы в любом случае молодцы. Явно вы уже не первый раз тут стоите.
То есть это доказывает, что вы на самом деле лучшие. А победителем премии А за достижение в области творчества в номинации «Лучшая актриса» становится Арина Збитнева. Молодец, Арина! Я! Спасибо. Когда вышли девочки из третьего отряда, я думаю, ну все. Все? Я. Все, капец, тебе. Да. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, Мирбалдович! Спасибо! Следующая номинация. Лучшая актриса старшие! Номинация «Лучшая актриса» среди старших отрядов представлены Юсупова Валерия! Майя второй отряд. И Кудинек Ангелина первый отряд. А на сцену мы приглашаем Гушантову Свету. Вера Гушантова, она отсутствует. Поэтому ее заменит ее, не заменит ее никто, кроме Данилы Черногова. Слово. Лучшая актриса, да? Лучшая актриса, да. Лучшая актриса. Лучшая актриса – это, так сказать, корень, ствол всего типа постановки, сказки, пьесы, клипа, неважно. И знаете, самое важное, что вы все здесь, и у каждого есть шанс победить. И сейчас давайте узнаем, кто же стал лучшей актрисой. Мне кажется, Данил увидел фамилию, увидел, да, и понял, что он очень верно подметил про корни и так далее и тому подобное, потому что лучшей актрисой становится Майя Кустовчук. Потому что Майя, как никто другой, знает, что главное это не то, что снаружи, а то, что в земле. Ну давай. Лагерь, я очень всех люблю, и вообще, даже если вы не выиграли в какой-то номинации, главное, чтобы вы поучаствовали и побыли на сцене в орбите. И спасибо, вожатые, и вообще первого отряда, я вас люблю. Спасибо, Майя, они тебя тоже любят, мы все тебя любим. Правда, когда ты сказала, что была рада поехать на этот лагерь, как будто у тебя был выбор поехать в горный. Двигаемся дальше. Лучший актер младшие. Номинации представлены. Денис Ольховиков, 8-й отряд. Бакаренко Егор, 7-й отряд. Круглов Матвей, 6-й отряд. И Савченко Степова, 5-й отряд. А на сцену мы приглашаем Татьяну Антоновну Одинцову. Актер младший. Мальчики, вы все такие огромные молодцы. Вот если бы не вы, я думаю, что не было бы таких ярких и красивых сказок. Вы согласны со мной? Да! Молодцы. Ну, давайте узнаем, кто же стал победителем в этой номинации. Итак, дипломом награждать победитель премии АС за достижения в области творчества в номинации «Лучший актер» «Бить брата» Егор Бакаленко. Спасибо, вожатым. И тебе спасибо, Егор! Спасибо, вожатым, что они мне давали такие главные роли. И спасибо мне, что я так хорошо... Все правильно! Спасибо тебе за тебя, Егор. Молодец, спасибо тебе большое. Рады твоему за тебя спасибо, семье твоей за тебя спасибо. Двигаемся дальше. Лучший актер средний.
В номинации Губарев Максим, 4-й отряд. Качура Алексей, 4-й отряд. Молчица Алексей, 3-й отряд. И Трофимов Владимир, 3-й отряд. А на сцену мы приглашаем Блинникову Марину. С бандитской пулей. Чувствую небольшое единение с Алексеем Качура. Немножко похоже в этом смысле. Ну что же, прекрасные ребята на сцене стоят. Что там такое, интересно? Я еще ничего не сказала, интересно. Прекрасные роли, которые они исполняют. И я считаю, что то, что вы стоите на этой сцене, прекрасное завершение 4-го сезона. И этого года для вас творческого. Ну а кто же стал лучшим? И я счастлива, что это Максим Губарев. Мне кажется, те дети, которые пытаются подглянуть в свою грамоту, они способны даже поменять ее. То есть, может быть, не их имя, но если они подглядывают, там точно они победители, я не знаю, как это работает. Максим! Ну давай, говори, раз подглядывал. Я спасибо вожатым, что они поставили на сцену. И поставили меня на лоток. И тебе, Максим, тоже спасибо. Поздравляем! Ты хорошо, молодец. Лучший актер старшие. В номинации представлены Баранов Никита, 2-й отряд. Бакаленко Илья, 2-й отряд. И Андрей Скрипко, отряд номер 1. А на сцену мы приглашаем Малькову Агрину. Ну что, у меня будет не речь, а реклама. Мальчики, пожалуйста, поступайте в театральное. Пожалуйста, у нас дефицит парней, берут всех. А давайте узнаем теперь, кто поступил. А поступил Андрей Скрипко! Хочу выразить слова благодарности моим самым лучшим вожатым и воспитателям. И хочу передать огромный привет и также выразить слова благодарности всей моей палатке. Это Даниилу Баганову. Это Сапожникову Евгению. Это Морозову Никите. И всем остальным. Да, и всем остальным это Шава. Это Дима Алексейков, это Илья Подреденный и самый лучший, самый крутой Дима К. И Сережа Медведь. Андрей, прекрасная речь, у меня только один вопрос. Андрей, а каким образом они тебя настраивали на вот пьесу, на победу, что они такого? Они его тренировали, лично видел. По-моему, Андрей просто что-то поспорил. Двигаемся дальше. Переходим к лучшей визитке. Так, да, личные номинации у нас пока что закончились. Лучшая визитка. Среди всех визиток наша творческая коллегия выделила визитку 6-го отряда Тарантины, визитку 5-го отряда Неформат и визитку 3-го отряда Номер. А на сцену мы приглашаем Ирину Владимировну. Ирина Владимировна, бурные аплодисменты. Иначе вас всех вывезут. Вы молодцы. Ирина Владимировна, пару слов вам надо сказать. Проходите вот сюда. Да, сюда. Не-не-не.
«Лайка» — это у нас первый творческий конкурс отрядов. Отряды говорят о себе. Обязательно в визитке отражается название отряда, его настроение. Она должна быть веселой, интересной, запоминающейся и, конечно же, оригинальной. Давайте посмотрим, какая визитка какого отряда стала действительно оригинальной. Дипломом награждается в этой номинации третий отряд. Где вы, идите сюда. Вы большие ребята, молодцы. Выразить мнение твоего отряда по этому поводу. Скажи за весь отряд, что бы сказал весь отряд? Ну, как сказала Ирина Владимировна, можно сказать то, что наша визитка отражает настроение нашего отряда. То есть такой бурный, веселый, постоянно что-то происходит. Вот это номер. Аплодисменты! Двигаемся дальше. Лучший номер на конкурсе таланта. В номинации представлены песня под гитару «Прости, прощай, привет» Михаил Шумилов. Второй отряд. Песня «Самый лучший день» Кирилл Пассаженников. Шестой отряд. Танец «Молния» от семейства Качур. Четвертый, шестой отряд. Я знаю, а я склонил. Качур. КВН, второй отряд. И художественная декламация «Я могу тебя очень ждать» Елизаветы Сибгатуллиной, второй отряд. А на сцену мы приглашаем Самохова Диму. Человека, который отсматривал все ваши номера на конкурс талантов. И он, как никто другой, знает каждый его наизусть. Да, конечно, помню все. Но вообще, люблю конкурс талантов, так же, как и дискотеку. Так, ну, не будем долго затягивать. И дипломом победителя премии за достижения в области творчества в номинации «Лучший номер на конкурс талантов» становится песня «Прости, прощай, привет». Она была изумительна. Миша, пару слов. Прежде всего, хочу сказать, что это первое мое выступление вообще с микрофоном на сцене. Я очень сильно волновался. И спасибо большое моему отряду за поддержку. Без него я бы не справился. Спасибо. Миша, ты большой молодец. Волнуйся чаще, наверное, увидеть тебе помогает. Скорее всего, так. Получается, идем дальше. Лучший танец младшие. Вот такое вот разделение. В номинации представлены, как ни странно, танец по хулиганам 7 и 8 отряда, танец мы 6 отряда и любовь 5 отряда. А на сцену мы приглашаем Ларису Николаевну. Лучший танец младшие. Аккуратно помогите, ну вы что? Ой, лучший танец. Привет, орбита. Привет! Что-то у вас очень шумненько. Я вижу снова спину какой-то высокой девочки, которая все время отрывает штору. Я хочу сказать о том, что не должно быть так шумно в зале. Нормально я сказала? Можно только очень громко аплодировать. Но, как вы знаете, я очень люблю, когда дети танцуют. Младшие отряды, постановки чаще всего попроще, но мы с вами помним в прошлом году танец «С любимыми не расставайтесь». Кто помнит, да? Конечно, они нас поразили, это были тоже дети младшего отряда. А в этой смене младшие отряды нас тоже удивили очень. Ну, не знаю, у меня все равно есть какие-то свои любимые танцы. Может же быть, да? А вот то, что у нас в конверте
я думаю, это решение всего художественного состава нашего лагеря. Но вообще, танцуйте! Даже если вы не победите, даже если не 50 баллов, а просто танцуйте и выражайте свои чувства. Я хочу сказать сразу, Алексей, вам. Дело в том, что у меня там еще будет награждение следующих номинаций, поэтому я убедительно вас прошу, не сметь скрывать конверт без меня. Договорились? Отлично. Зачем мы их делали, если даже никто не видит, что из конверта вытаскивают, правда же? Итак, какой же отряд у нас стал лучшим? Ну, в принципе, все повторяется. Барабанная дробь! И победителем премия за достижение в области... Чего ты? В области творчества в номинации «Лучший танец» – «Танец Любовь!» Молодцы! Нет, это правда, иди сюда. Это правда было по-взрослому, согласитесь. Это было нежно, это было ни в коем разе не вульгарно. Итак, пожалуйста, я думаю, что вот микрофон тебе даст Андрюша, потому что мне, видимо, уходить не придется. А вообще, на самом деле, это не я должна была награждать, а хореограф лагеря Екатерина Илоновича. Я благодарю хореографа Катю за этот танец, за шоу-плакату, за то, что она нам помогала репетировать. В общем, спасибо. Скажи, а вы действительно влюблены друг в друга в отряде? Нет. Нет? Нет. Ну, я вам хочу сказать, что такие чувства, как вы показали на сцене, невозможно придумать. Значит, все-таки это любовь. Итак, давайте аплодисменты за любовь, за красоту, за танцы. Ну, в общем, все большие молодцы. Мне очень жаль детей, которые уходят без награды. Ну давайте их поддержим аплодисментами. Будем считать, что у них тоже есть награда. Мне можно не уходить, правильно? Вообще не уходить. Потому что следующая номинация — лучший танец старшие. И это может быть танец фламенко третьего отряда. А может быть разведи небо второго отряда. Или танец, я не могу сказать, первого отряда. Мы не вскрываем по вашей просьбе. Ну, вы, как всегда, все не поняли. Я сказала две последние номинации. Это можете скрывать. Я знаю точно, кто это победил. Вы можете скрывать. Последние две номинации я не знаю. Вообще, понял. Девчонки, старшие отряды, я их обожаю. Обожаю, девчонки! Как они танцуют, как они запоминают все это, как они выкладываются. Нет, ну, конечно, вы бы так не смотрелись, если бы не мальчишки второго. Как вы помните, а девочки третьего, отдельные аплодисменты за костюмы Жени Казаковой. Это красота. По-моему, первым тоже, да, Женя Казакова? Ну, короче, все говорим Жене Казаковой спасибо и бурные аплодисменты. Спасибо! 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 3-4? Спасибо! Прекрасно. Ну, танец особенно красив. Я могу говорить про каждый из этих танцев. У девчонок третьего он очень нежный, он смотрибельный, он яркий. У девчонок второго он, ну, тут одно слово, он мощный. Он синхронный. И он, конечно, он берет за душу, особенно когда я слышу эти слова в песне. Камбала, камбала. Почему-то я слышала именно камбалу. Но, девочки первого, вы красавицы. Тем более с чужими парнями. Вы же, наверное, стеснялись. Но, девчонки, да, молодцы. Ну, не знаю, победит все равно кто-то один. А кто победит, да, на балете. Итак, первый, второй или третий? Нет, надо болеть, чтобы нет. Первый, второй, третий. Я слышу, ну, в принципе, так же, как и камбала. Итак, победителем номинации «Лучший танец» становится
конкурса так? Я же говорю, не вытаскивайте. Я понимаю, что вам решает. Нет, ваши были прекрасны. Первые отряды вообще молодцы. Давай. Не говори это вслух, дети могут обидеться. Но, как вы понимаете, все равно где-то что-то вдруг лучше. Что Олеся Быкова? Я хочу сказать спасибо. В первую очередь Кате. Во вторую очередь второму отряду. Вожатой Евгении и всем, кто ей помогал. Хочу сказать спасибо вообще мальчикам, что они терпели нас. Да, все молодцы, всем спасибо. Ну, в общем, ваш танец лучшие аплодисменты. Нет. Далеко не удаляйтесь. Двигаемся дальше. Лучшая пьеса. В номинации представлены «Однажды в 39-м царстве» 6-й отряд, «Бременские музыканты» 4-й отряд, «Дюймовочка» 3-й отряд, «Живая глупа» 2-й отряд и «Татарыч» 1-й отряд. А на сцену я приглашаю для оглашения результатов Баканова Алексея! Первый отряд. Я привык, что ты в первом отряде. Алёш, пару слов. Пьеса. Пьеса – это один из моих любимых жанров, который вообще появляется на нашей сцене, включая и большие спектакли, и маленькие постановки. Особенно люблю я комедийные пьесы. Причем, если я не ошибаюсь, то их все можно, все пять, да, можно назвать действительно комедийными, очень интересными и смешными пьесами. И лично мне, лично я видел все эти номера. И мне они все очень понравились, очень запомнились. Но лучшей пьесой на этой смене была только одна пьеса. И можно мою минуту славы? И я приложил руку к этой пьесе, потому что это пьеса второго отряда. Что я, ну, хочу сказать огромное спасибо нашим вожатым воспитателям, которые придумывали это все и записывали вместе с Александром Сергеевичем и остальными работниками лагеря. Спасибо второму отряду за то, что так хорошо сыграли в этой пьесе. Спасибо всем. И вам спасибо, второй отряд. Бурные аплодисменты. Поднимите свои клубы, где на моей смуле. Двигаемся дальше. Лучший клип. В номинации представлены 4 клипа. Коммунальная квартира 7-го и 8-го отряда. Мальчик, у которого был хвост 6-го отряда. Я ни о чем не жалею. Клип 3-го отряда. На войне, как на войне. Серьезнейший клип 2-го отряда. А для оглашения результатов я на сцену приглашаю Павла Ивановича Пархачева. Бурные аплодисменты Павлу Ивановичу. Он давно не поднимался на нас. Павел Иванович! И вот, наконец, он здесь. Говорите. Всем привет. Привет. Всем ответ. Видимо, все уже устали. Они работают только на «Привет, орбита». Привет, орбита. Привет! Кто-то еще в зале остался живой. Наша церемония движется к завершению. И вот мы добрались до лучшего клипа. Да, клипы наши – это то, что, наверное, отличает орбиту от многих лагерей. Мало где они ставятся. Ведь это очень сложно при помощи одной музыки, одними эмоциями показать весь замысел постановки. 7-й, 8-й отряд, веселый клип «Коммунальная квартира». 6-й отряд, философский клип про мальчика. Очень грустные клипы 3-го и 2-го отряда. Все они, наверное, достойны стать лучшими. Давайте посмотрим, кто же стал. В последнее время во многих клипах у нас
иногда вкапливаются некоторые слова, связующие, так сказать, музыку. Но, наверное, вот этот клип, он самый-самый подходит под жанр клипа, потому что там практически нет вставленных слов. Это клип 6-го отряда «Тарантино». Молодец, 6-й отряд. Бурные аплодисменты им. Я думаю, за весь отряд скажи. Мы хотим поблагодарить Марину за то, что она придумала этот клип. Еще. Вот так вот. И все. Двигаемся дальше. Номинация «Звезда». Ну, про нее скажет лучше нас Александр Сергеевич, я думаю. Потому что нам сказать нечего, ведь это секретные номинации. В них нет номинатов. Точнее, они есть, но никто про них не знает. Я никогда не был звездой, вообще никогда. Да ты мастер. Ну, стань звездой, Андрей. Это очень легко. Номинация «Звезда» — это очень интересная номинация тем, что это может быть абсолютно любой ребенок в лагере. Это обычно ребенок, а может быть не ребенок, а может и взрослый, который чем-то нас удивил. Удивил на смене, удивил летом, который, возможно, приезжал неоднократно или приехал в первый раз и чем-то удивил. И всего за маленький, короткий промежуток времени превратился в настоящую звезду. Вот прежде чем я вручу, мне бы хотелось опять же сказать несколько слов. Вот посмотрите, например, 7-8 отряд. Ваши выступления вызывают резонанс даже в городе. 6-й отряд. Вы такие маленькие, самого разного возраста, от 7 до 11. И вы превратились в настоящий большой хороший отряд. 5-й отряд. Вы всегда вместе, вы молодцы, я вас вот помню еще с маленьких. Я думаю, что когда-нибудь вы дорастете до 1-го, будете замечательными, такими же высокими стоять и радоваться своим победам. 4-й отряд, несмотря на ваше поведение, все равно на сцене вы были лучшими. 3-й отряд. Ну, здесь, наверное, это тоже было открытие, потому что многих из вас мы не знали. Там вы, конечно, дети, которые ездили к нам, уже ездили, да? А многих мы не знали. 2-й отряд. Там собралась элита такая, которая очень давно. Мы на этой смене нашли случайно. Я искал кому-то что-то там для гимнастики. Смотрю, у меня файл на компьютере лежит. Искорнева Анна, Быкова Олеся, 8-й отряд, гимнастический этюд. 2000, дай бог памяти, 12 или 13 год. Представляете, как давно это было? Некоторые еще, наверное, не родились даже. Те, кто приехал в этом году в лагерь. Ну и 1-й отряд. 3 балла девчонок, это всегда круто. Как это говорится, 3 палаты не чуть, вот один раз сказал. Вот, и все вы, конечно, большие молодцы. С чего я все это говорю, сам не знаю. Потому что никакого отношения это к номинации «Звезда» на самом деле не имеет. А точнее имеет. Можно выключить звук вообще, чтобы вы прочувствовали. А человек, который награждается дипломом номинации «Звезда», в лагере всего первый год. Первый год. Но мы надеемся на самое долгое сотрудничество. Победителем с вот такой вот медалькой «Звезда орбиты» становится Дмитрий Самохов. Димка, молодец! Я за тебя болел, честно. Скажи что-нибудь. Давай, Дима. Ну, звезда. Что я могу сказать? Я рад, что приехал в этот прекрасный лагерь. И хочу сказать огромное спасибо Татьяне Анатольевне Одинцовой за то, что она, в принципе, сподвигла меня поехать в этот лагерь. Лёше хочу сказать спасибо за то, что он рассказывал интересные, веселые истории из этого лагеря, из-за которых я сюда приехал. Хочу сказать спасибо Александру Сергеевичу, Ларисе Николаевне и всем остальным, кто принес, тебя кто принес меня в этот прекрасный лагерь.
А ты так упирался, видимо. И Анастасия Федорюк за то, что спасла мне жизнь на второй смене. И за то, что, дай бог, в следующем году она устроит тебя работать за деньги! Да! Вот сейчас было прям очень круто. Ну что ж, Дима, поздравляем тебя, но мы идем дальше. О, следующие номинации, наверное, они будут оглашать сами, мы просто пригласим. Мы просто пригласим. Лариса Николаевна. Аплодисменты! Тут две номинации. Как раз для вас. Не знаю, я что-то так расчувствовалась прямо за Димку Самохова, прямо аж у меня слезы появились на глазах, не знаю почему. Дело в том, что, может быть, многие не знают, но он действительно, быть может, вы не догадываетесь, но он в лагере за эти три смены был практически всем. Это, наверное, самый добрый, безотказный человек, который выполняет любые поручения. Хоть раз он вам отказал когда-нибудь? Да. Скачать музыку, включить аппаратуру. Да. Умеет все. Ну, в общем, дискотека ночная, дневная, вечерняя, утренняя. Ну, в общем, аплодисменты ему, потому что, да, они были незаслуженно тихими. Посмотрите, я их запретила открывать, они аж прям вот смотрят вот туда, и все интересно. Потому что мне достались сейчас две номинации, которые являются, ну, не знаю, я не могу сказать, что до этого были не главные. Они, наверное, самые почетные, потому что это мастер. Мастер танца и... просто мастер. Если говорить про мастера, сейчас я вот этого человека, который без штанов сегодня вышел на линейку. Смотри, он даже меня не слышит. Морозов, да, он? Или как его? Максим Иванович. Ну вот этот вот человек, который у нас жвачку жует непонятно куда. А, Медведев. Морозов. Скажи спасибо, что я забыла твою фамилию. Медведев. Я тебе делаю замечание. Итак, мастер танца. Вообще мастер, я думаю, не стоит объяснять, кто это. Это человек, который умеет многое. Если человек мастер танца, то, естественно, он умеет очень хорошо танцевать. Не только танцевать, но и передавать свои умения другим. Я хотела бы, да, сказать, что у нас мастером танца, по-моему, была Олеся Быкова, да? Олеся, кто была? А, Жулябина еще была, точно, по-моему, в этом году. Это девчонки, которые передают свои умения, никогда не отказывают в какой-то помощи. Это девочки, которые вносят в танец какие-то новшества какое-то. Ну, в общем, это девчонка-мастер танца. А я открыла тайну, что это девчонка, потому что это девчонка. Итак, мастер танца, вторая смена, лето 2019. Барабанная дробь. А, я какая сказала? Вторая. Вернись, вторая смена. Не потому, что она была лучше, а потому, что я через несколько дней еду в Турцию. Итак, мастер танца. Барабанная дробь. Помните, как у шестого? Кстати, это тоже танец. Но я сделала вид, что не знала. Итак, мастером танца четвертой смены становится Зара Сикинская! Молодец! Смотри, какая молодец, что успела приехать. Она до этого уезжала, все успела сделать. Это твой диплом, это вот здесь вот написано, что ты самая настоящая мастер танца. Это тебе микрофон, да я могла бы свой отдать. Ну давай,
Да зачем говорить «танцуй»? Хочу выразить огромную благодарность своему отряду, которые участвовали со мной в танце. Также сказать огромное спасибо Кате Ионычевой, которая нам ставила такие замечательные танцы. И, конечно же, Жене Казаковой за такие прекрасные костюмы. Танцам. А мастер танца это все-таки человек, поэтому ты обязательно должна сказать спасибо маме и папе, что они меня сделали такой. Спасибо. Ой. Спасибо маме, что она меня сделала такой. Потому что природа здесь тебе тоже, конечно, помогла, я думаю, ну и мама, и ее труд ежедневный. Аплодисменты! Аплодисменты! И последняя номинация. Вот здесь я вам открою тайну, я правда не знаю, кто здесь. Потому что это мастер. Это та номинация, ради которой, наверное, у нас приезжают работать воспитатели. Каждый из них хочет стать человеком, которого можно назвать мастер. Мастер – это человек, который внес в развитие лагеря огромную лепту. Это человек, который ради лагеря готов пожертвовать многим. Это человек, который любит орбиту так, как люблю ее я. Итак, мастер – это может быть ребенок, это может быть взрослый, это может быть человек, который вообще не имеет отношения, быть может, к педагогическому коллективу. Но это человек, который для орбиты готов на многое. Итак, мастер. Надь, держите микрофон. А барабанная дробь как там? Микрофон большой, Лариса Николаевна. Слезы у меня на глазах, потому что это Олеся Быкова! Быкова! Все смены подряд вместе с нами. Первую пережила такой призыв, но не сломалась. Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, что дети, конечно, становятся у нас мастерами, но это не так часто. Самым первым ребенком, который стал мастером в лагере «Орбита», это был Андрей Марьян. 2006 год, нет, раньше, по-моему, или 2006. Я помню, что он был в коротких желтых трусах, ну, таких шароварах, стоял на стуле и читал стихи на сцене. Он читал это так красиво, что через год стал мастером. Но, конечно же, не только за это. Он мастер. Марьян – мастер. Теперь Быкова – мастер. Она, как всегда, выдавливает из себя слезы. Говорить не может, но я хочу сказать, что действительно, в первой смене она нам устроила просто встряску после того, что она, ей сказали, что она вообще больше пускай не появляется в лагере. Ну, как вы помните, она потеряла свой айфон, да? Помните? Она его не потеряла, она его, что, куда-то делает. Она попробовала работать в лагере «Орбита» помощником вожатого, но через несколько дней сказала, нет, я в отряд. Первая смена, вторая смена. Третью ее не взяли, потому что у нее двойки в аттестате. А вот четвертая смена, вы не поверите, она купила путевку за полную стоимость. Очень безотказный человек. Она променяла. А что ты променяла на путевку?
тетка, у тебя мама дала выбор. Либо куда-то ты едешь, да? Либо ты едешь в орбиту. Ну, в смысле, цена практически такая же, как и путевка в Турцию. Вот, поэтому Быкова, но кто ее не знает, поверьте мне, она мастер. Давай же, она не может. Все свои дела, я поймала на том лагере. Я... не готовилась. Ну, мне кажется, у меня даже слезы более искренние были, чем у тебя. Но все лето она, я перевожу, она провела в этом лагере. Все детство, да, ну и лето тоже. Я безумно рада, что каждую смену у меня каким-то чудесным образом появляется путевка. Что я попадаю сюда, здесь самые близкие для меня люди. В лагере «Орбита» я многому научилась. Да. Я очень... Заканчивай. Итак, что? Я люблю «Орбиту». Я очень благодарна тем людям, которые находятся рядом со мной, которые меня поддерживают. Очень большая поддержка от вас. В общем,